друзья, всем доброго времени суток, всем рыбакам, охотникам привет. Сегодня я немного расскажу про снегоход Promax, также обзор сделаю. Была проблема с запуском двигателя, это плохо заводился, запускался очень долго, но я отдал в X-Motors, они мне через 2 дня сделали. Была проблема, вот слишком длинный тросик, это подсосе, подсос, который натягивает тросик, вот он не поднимал заслонку на карбюраторе. В прошлых видео можете посмотреть. Немножко хочу дополнить сегодня, что ему не хватает. Надо, чтобы разработчики довели немножко его до ума, немножко дополнительные функции поставили на него. Вот. А так аппарат вообще отличный, хороший, мне понравился. Идет хорошо. Не так уж сказать, что прям быстро. Ну, 50 километров я развивал на нем. Но это вот так вот за глаза хватает, чтобы добраться до места рыбалки. Уже на многих рыбалках был. Тащил много груза с собой. Куча вещей. Куча санок было. Мы и сверху еще втроем ездили на нем. Нормально, тянет. Хорошо. Один мне в комментариях написал, что точно такой же там у соседа каждые 100 километров ломается. Ничего подобного. Я проехал на нем уже 126 километров, уже много рыбалок объездил, ну там по 5 километров ездил, по 3 километра, никаких проблем не было. Вот единственное, что, как я рассказывал, с тросиком и все, запуском все нормально. Я не знаю, что у него там ломалось, у этого соседа по гаражу. Я считаю, что, может быть, просто руки не оттуда растут, но туда не стоит лезть, потому что он вообще на гарантию, допустим, если 3 года дается сейчас на гарантию на такие снегоходы, X-Motors дает. Вот. Лучше не стоит, просто лучше отвезти его к ним, и пускай они устраняют эту проблему. Я считаю, что так будет правильнее. Хотя я могу туда залезть, что-то там это самое, дополнить, там, добавить, там, не знаю, там, что-то переделать. Ну, я такого пока делать не буду, пока что, пока еще на гарантии стоит. Еще, ну, почти 3 года. Ну, а теперь расскажу вам, что в нем надо было бы изменить разработчикам. Сейчас попробую тут покататься. Здесь вот буранки накатаны. Здесь довольно-таки глубокий снег. Ну вот мой след. Вот я прокладываю новый. Ну реально много снега, пиздец. Рыхлый снег. Когда едешь, там немножко жопка проваливается, едешь, больше газу даешь, нормально, он выходит. Так что на таком снегоходе можно ездить по таким сугробам и не бояться, что зароешься. Задом, когда сдаешь, немножко, конечно, зарывается, но туда-сюда нормально. И вот за счет лыж он стоит наверху, а я вон внизу. Ну, а теперь хочу рассказать нюансы у этого снегохода. Есть, конечно, небольшие минусы. Первое, что хочу заметить, это стекло. Она очень хлипкая, тоненькая. Вот я при погрузке, разгрузке, короче, здесь вот клипсы оторвал уже две об потолок прицепа. Ну, это небольшая проблема, можно решить, поменять. Вот, и когда едешь днем, немножко искажение это стекло дает. Приходится нагинаться вправо-влево, чтобы видеть дорогу. А ночью вообще ништяк. Фара светит прям изумительно, и через стекло хорошо видно. А вот, друзья, смотрите, как освещает фара у самого снегохода. Кстати, офигенно видно. Диодные лампочки, там их 4 штуки. Точно я не могу сказать сейчас, не помню, сколько ватт. Но такой фары вполне достаточно, офигенно смотрится. То есть дорогу будет видно 100%. Следующее это сам корпус, его надо сделать разработчикам, чтобы он откидывался
полностью, чтобы был легкий доступ к двигателю. Если где-то что-то случится там, то есть время не тратить, чтобы вот эти вот болты не раскручивать с двух сторон. Там и с этой стороны много времени будет уходить на это. Вот, и чтобы добраться до двигателя, посмотреть, ну, допустим, там какую-то проблемку устранить, там выявить. Вот, следующий момент. Пускач ручной стартер, да? Вот здесь вот угол, вот эта выемка, углубление, вот этот вот угол надо убрать. У меня на прошлом снегоходе здесь вот эта веревка, она задевала, и здесь прорезь сделала за счет веревки. И веревка, короче, оторвалась. Пришлось сделать, разбирать самому. Вот, вот эту вот штуку надо, вот это ребро, угол жесткости, надо убирать. Как-то, чтобы сглажено было. Потому что, когда дергаешь стоя со снегохода, в любом случае у тебя идет сюда, короче, это сопротивление. Ну, в общем, прорезь будет. Вот, вот эту штуку надо бы убрать. Следующий момент. Это когда едешь без саней. Вот я сегодня без санок поехал, думал порыбачить. Привязал вот так вот ледобур. Проволокой замотал. Надо сюда что-то придумать, такой кронштейн какой-нибудь с хомутами или с резинками. Вот как, допустим, типа вот такой вот резинки сделать. Подлиньше. Подлиньше, да, надо сделать. И чтобы с двух сторон два человека едут, и чтобы как-нибудь вот так или наискось сделать кронштейны, чтобы ногам не мешало, когда сидишь. Вот здесь надо какое-то крепление придумать, приварить, припаять, я не знаю, там, привязать, прилепить. Вот, и надо вот по-любому эту штуку. Это очень удобно будет возить что-то еще, допустим, что-нибудь еще закреплять. Вот, а так в целом вообще хороший аппарат, мне нравится. Уже протестировал по глубокому снегу, знаю, что он идет неплохо. Один раз, конечно, зарылись, но это не я был за рулем. У меня прошлое видео есть, там у меня кум зарылся, не туда поехал, там что-то. Ну, короче, я ему помог, в принципе, 5 минут и выехали на нем. Вот, ну, вдвоем, конечно, будет легче, одному тяжелее, если застрянешь. Ну, не хотелось бы, конечно, застрять, а так, как я говорил, вообще аппарат нормально идет. Ну, я уже тут натоптал. Вон сколько снега, до хера, рыхлый, прям рыхлый снег. Обычно в таком снегу эти собаки зарываются, мотособаки. У меня была собака, в таком снегу было, что тяжело было идти, и он зарывался, прокладывали там, мучились, выбирались. Ну, пока так, вот такой вот у меня небольшой обзор для вас. Еще хотел показать, это, короче, подвеску, склизовая подвеска, ну как у всех. Аппарат хороший по мягкости. Идет он, небольшой амортизатор. И здесь еще два сверху. Два амортизатора. Нормально, мягко идет. Ну, на больших кочках, конечно, немножко подкидывает. Но они свою функцию выполняют, эти пружины. Классно, мне нравится. Гусянка композит фирмы, хорошая гусянка, здесь сколько там, два с чем-то сантиметров протектор идет, справляется нормально. У всех такие фирмы стоят. Ну, композит — это завод делает такие гусянки, сами знаете, наверное. Кто не знает, вот подсказываю. Все, ой, встать как бы. Все, буду дальше ездить, кататься на рыбалке. Сейчас хочу заехать там на карьер, попробовать, может, что будет. Попробовать порыбачить. Да, еще один момент такой. Некоторые спрашивали, что там, снега много, немного там в двигателе. Нету снега вообще. Вот.
Снег вот здесь чуть-чуть. Вот сколько я проехал, сейчас километров 7, наверное, по глубокому снегу. Чуть-чуть есть и все, а там, там вообще нету, короче, вот под двигателем в картере, под картером или где там, ну, короче, посередине. Все, так, так вот. А, был еще такой момент, когда я его покупал. Был, короче, шланчик, сейчас скажу, топливный. Кстати, его надо будет привязать. Блин, его, когда мне делали, отвязали этот. Его надо вот так вот пониже, чтобы бензин самотеком поступал лучше. Блин, сняли мне, здесь хомут стоял. Он, кстати, не заметил вот сейчас. Ладно, потом хомут найду. Надо будет его немножко привязать. Вот, он кверху стоит. Еще кто-то спрашивал меня в комментариях, как заводится с ручного стартера. Он запускается, но его тяжело, конечно, дергать. Говорят, что есть специальные усилители какие-то, я не знаю, как называются, ставят, чтобы легче было дергать саму веревку. Вот. Но был на рыбалке как-то, аккумулятор сел, думал, не запущу двигатель. Ну, нормально, не сразу запустился, но запустился, он всю ночь простоял. Вот, сейчас как бы вот, пока с вами тут разговариваю, уже сколько там, полчаса, да, ну, сейчас продемонстрирую. Попробую запустить. Я это делаю второй раз. Так. Все нормально, завелся, запустился. Ну, на холодную будет немножко сложнее запускать его. Так запускается нормально. Я, друзья, съездил, попробовал порыбачить. Короче, нету рыбы, карьеры еще не ожили. В марте месяце будут, наверное, они уже оживать. Карьеры у нас глубокие. В общих чертах, что я могу сказать, что снегоход, он достойный. Это вот именно, которую взял, удачная модель. Идет неплохо, не быстро, но неплохо по глубокому снегу. Но этого хватает. Главное, что не пешком ходишь. Вот, на нем особо не устаешь. Ну, на нем жарковато, когда начинаешь на ногах стоять сверху, там что-то делать, начинаешь уже напрягаться и потеешь. Вот. Ну все, друзья, на этом я буду заканчивать. Оставайтесь на канале. Подписка, там, комментарии. Короче, сами знаете, как все это делается. Подписывайтесь еще ко мне в Дзен, на канал Дзен. Там буду выкладывать рецепты, видосики, там еще что-нибудь. В общем, все полезно. Всем счастливо, всем пока. До следующих рыбалок, обзоров. И скоро ждем весну. Поеду на весновку в апреле месяце в Пермскую область на гуся.